Всем доброе-доброе утро. Смотрите, какие у нас пионы распускаются. Вот такие махровые какие-то. Здесь вот как будто два цветочка. Один в другом. Красивые такие вот эти вот кусты. И вот, вот они прекрасные. Кстати, этот такой с розовинкой, а эти практически белые. Вот сейчас я... О, вот так. А, и внутри вот такая тоже розовинка. Интересно, интересно, природа делает свое. Так, что я вам скажу? Мы вышли на улицу. Розочка, посмотрите, какая красивая. С такими полосочками. Розы распускаются. Это все, все уже распускается. Все, все цветет и пахнет. Так, феюшка с нами. Феюшенька и красотулечка моя. Девчоночка, черный йорк, лохматушка моя с нами. А мы вот здесь что? Что? Давай, давай, феюшка, подожди, осторожно. Ну, мы решили... Ну, так, если ты так будешь активно с ними играть, я тебя уберу, солнышко. Так, мы вышли с нашими малышами. Ну, мы уже подросли. Так, девчоночки, наверное, надо... Ну... Фея, фей, спокойнее, пожалуйста, спокойнее, да. Напугала мне детей. Так, мы вышли с Джериком и Агатушкой. Погода у нас очень хорошая, очень тепло. Поэтому вот выпустила. Угу. Убегай, убегай, скорее убегай ко мне. Так, если они нам будут мешать, то, конечно же, мы их попросим отсюда. Что, страшно немножко? Да, да, мы золотые, ничего страшного. Так, вышли на солнышко, на травку. Пусть деточки получают витамин D. Да, думаю, золотые. Страшно? Да нет, не страшно, зайки, ты тут хорошо. Ух, там кто-то у нас вот прям так едет и... шумит, да, шумит, мои золотые. Не бойся, скажи. Ой, мало того, что вышли на травку, еще вот так вот шумит. Да, кто-то там свой драндулет делает. Где ты, мой зайка? Вот он, да. Агатушка, давай. Опа. Опа. Вот о чем всегда говорю, что нужно приучать деток. Ну, не только они должны... Фея, ну, вот хулиганка. Не только должны быть в комнате, да, там, ну что, им там все знакомо, они там шустрые, быстрые, да, такие деловые. А здесь вот что-то новое, да, и для лапочек им новое. Ну, что такое трава? Они как бы как таковой-то и не знают. Да и не как таковой, а вообще не знают. Они вот как были у нас в комнатке, да, комната большая, достаточно места им. Но, тем не менее, это совсем другое. Вот, солнышко обязательно должно быть. Ничего, немножечко там побоимся и потом привыкнем. Ну, пока вот, да, ходят за мной, я вот тут с ними похожу однозначно. Ну, и вот так вот мы помаленьку, потихоньку будем приучаться. Потом их отсюда уже просто не заберешь. Захотят уже здесь гулять, да, мои золотые? Так, напоминаю, что это деточки наши, которые пока свободны. Девочка, вот эта красотулечка, девочка Голд как раз, по имени Агата. Малышка-малышка такая красотулечка. Деткам 2 месяца, поэтому мы пока можно зарезервировать их. Мы прививаемся, проходим карантинчик, да, привыкаем. Всему учимся, и лишь потом после карантинчика, после прививания и карантинчика мы сможем отправиться в новую семью. А что случилось, рыбочка моя? Страшно? А мама тут, 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 моя желтая. Так, а Джерик немножко смелее пошел, пошел. Так, скажи, зайенька, что там? Фея, осторожно, пожалуйста. Фея, феюшка, я понимаю, да, что ты любишь их, да, но немножко поосторожней. Так, вот такая наша Манюсечка, Манюсечки наши. Манюсечка, девочка, Агата, феюшка, ну не надо, она немножко боится тебя.
Агатушка и мальчишечка черно-подпалый. Да, тебе нравится, да? Не страшно. Агатушка так, фея, феюш, ну, давай, котенок. Давай, ты немножечко их пугаешь. Да, ты большая для них. Малыш Джерик немножко смелее. Хвостик наверху и машет им. А Агатушка, вот я присела на пол, да, на землю, и она немножечко побаивается. И хвостик там внизу где-то. Ой, уже аж горячая такая. Тепло у нас, тепло. Мы немножко погуляем, подышим воздушком, да, мои золотые приветики. Приветики, Джерик. Джерик, детки наши свободны. Кого детки заинтересовали, кто влюбился, кому понравились, да, пожалуйста, обращайтесь. Можно зарезервировать пока деточек. И как только мы подрастем, привьемся, пройдем все карантинчики, да, зайки мои, мы сможем отправиться в ваш дом. Такие масики-масики, да, страшно, страшно, аж носик помокрел. Ну, давай, давай, все, взяла Агатушку к себе на руки немножко. Ну, для первого раза, конечно, возможно, ей и страшновато. А Джерик нормально, вот, хорошо. Ну, скажи, я же мужик, я парень, да? Вот так. Здорово, Джерри. Скажи, тут еще и такое есть. Да, родной, и такое будешь гонять. Да, если тебя не заберут так быстро, как хотелось, да, скажи, поехать в новую семью. Моя зайка, Агатушка сидит у меня тут на ручках. Побаивается. Ну, давай, я тебя попробую еще раз поставить. Давай, моя золотая. Все, фея убежала. Мы тут сами. Может, еще и фея ее напугала. Фея у нас такая большущий шарик. Ага, бежит, 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 бежит. Бежит, тихо, 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 тихо. Не надо, не надо, солнышко. Да. Ты, красотулька. Красотулька, фиюлька. Вот такая большая, шикарная шуба у нее. Вот такая шуба у феи. Ну, Фиюша, давай, чухай отсюда. Все, погнала, погнала. Ну, конечно, скажи, такая большая тетя прибежала. Конечно, мне страшно, да, моя зайка? В 10 раз больше, чем я. Ну, вот так вот мы гуляем, вот так приучаемся потихонечку. Давайте на солнышко, немножечко, детки. Мы получим витаминчика D. Вот так вот, давай. Ну и всего понемножку. Возможно, попозже еще раз мы попробуем. Ну, чтобы было привыкание, чтобы не понимали, да, что такое улица. Вот так, мои золотые ушеньки у нас стоят. Все хорошо, малыши. Джерик, Джерюш, Джерик, зайчик, сладкий зайчик. Я уже тут села с ними на полянку. Очень тепло у нас, ветра практически нет. Ну, здесь, по крайней мере, внизу ветра нет. Вы где, котеночки? Угу. Давай вот так сюда, вдвоем поближе. Так интереснее. Видишь, мой золотый, пошел, 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 пошел. Вот так. Красивый волос у Джерри. Прямо аж переливается. Мальчишечка черно-подпалый. Вот такая красивая мордашечка у нас. Можно я тебе покажу, родной? Не хочет. Ну что? Что, мои хорошие, как вам? Я думаю, что хорошо. Такие золотые мальчишечки. Девчоночки. Ой, все, вот так. Пока феи нет, немножко отойду от них, то она их пугает, правда пугает. Вот так вот мы познаем мир. Потихоньку, понемножку. Фея бежит, фея. Так, все, 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 родная, все, все. Давай, вот они к тебе подойдут, но ты не налетай, пожалуйста. Да, ай, золотая моя собака. Красотка, девочка наша. Напомню, что есть ее сестра, девочка мелкая. Девочка Жаночка, девочка подрощенная, постарше. Ну, так, вот что.
Не, она очень добрая, она очень хорошая, но она вот хочет с ними поиграть, но дело в том, что она размером намного больше, она еще тоже такой же ребенок, поэтому ей хочется быстренько поиграть с ними, они боятся. Боятся мои золотые. Да, вот так вот. Все, дорогие друзья, мы пошли дальше гулять. Больше снимать не буду, потому что вот эти вот моменты можно снимать просто бесконечно. Потихоньку вот-вот привыкают. Да, все, освоились, все хорошо. Все, мы будем выходить по погоде каждый день, по нескольку раз в день. Да, достаточно, наверное, по 15-20 минут, чтобы они вот вот так вот побегали. Да, мои золотые красотулечки. Получили витаминчик D. Немножечко развеялись, да, вот так вот. Они еще маленькие. Искажи спадки, покушайте спадки, мои золотые. Так, девочка Агата свободна, вот такая. Красотулечка маленькая. Девчоночка миниатюрная, думаю, будет. И мальчишечка Джерик. Джерик, Джерик, Джерик. Вот такой тоже красавчик. Черно-подпалого окраса мальчишечка. Вот. Этак, 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 этак. Эти мы золотой. Не боимся уже, да? Эти сладкие. Все, кого детки заинтересовали, пожалуйста, пишите в Вайбер, Ватсап, Телеграм. Телефончик под видео. Всегда рада ответить на все ваши вопросики. Рада общению. Опа! Ой, как здорово, да? Мои золотые зайки. Ты сладкие мои.